продолжаем готовиться к нашему кенийскому переходу. Для этого мы собираем всю информацию по поводу Кении. Мы собрались идти в Килифи. В Килифи есть бот-ярд, в котором мы хотели бы поднять лодку, а может быть просто будем там стоять, потому что в этом месте находится много лодок и много наших друзей стоит. Вот. Что мы для этого делаем? Сейчас я покажу. То есть я написал в бот-ярд. Оказывается, там перед входом есть мост и электрические провода, которые висят над проходом. И вот Питер, это, наверное, менеджер этого бот-ярда, он мне написал, что мост имеет клиренс, как это сказать, высоту моста, зазор, не знаю, 22 метра при абсолютно нулевом тайде. То есть нам нужно пройти будет под мостом, желательно при лоу-тайде. Это значит, что от клиренс зазора моста нам нужно будет отнять то, что будет в приливе и отливе. То есть, хотя мост 22 метра, чтобы не рисковать, наша мачта 21 метр. То есть мы проходим вот достаточно впритык, поэтому мы пойдем на отливе. Так, дальше, что он написал? Что когда мы прибудем, сделать следующее, бросить якорь на восточной стороне от моста, затем приехать к нам на тузике, и они нам помогут зайти дальше в бот-ярд. То есть это пока вся информация, другой у меня нет. Чтобы попасть в Кению, нам нужно сделать визу. Есть электронный сайт Кении, на него заходишь и подаешься apply в электронном виде на визы. Но у нас есть некоторые вопросы, потому что Диана становится 16-летней девушкой в конце августа. И мы заходим до того, как она станет 16-летней, а выходить придется уже после. И для до 16-летнего возраста визы не нужны. И не будет ли проблем, когда мы будем выходить, а у нее в документе не будет визы. И вот на сайте eCitizen, это кенийский сайт, есть чат, в нем можно задать вопросы саппорт-агенту, то есть представителю Кении, и вот они нам отвечают, как нам в этой ситуации быть. То есть пока они сказали, что визы делать не нужно, только для взрослых. Куда мы приехали? Главное, на зачем? Закупки. На закупки. Продуктовые. Вот у нас есть список. А зачем нам столько продуктов? Потому что мы идем на переход. Кению. Мы решили идти в Кению. 1500 миль от Маврикия в Кению. Прямо. Куда мы идем? Мумбасу? Да. Мумбасу. Еды. Суп пайка. Это все на переход. Вот, держи. Ой, улетела. Ловила, ловила. Да, да. Что у меня? Да. Мисс супермаркет. Короче, я потом расскажу, что здесь из еды вообще присутствует по списку. Будем заливать дизель. Так как по глубине в марину, в яхт-клуб на пирс мы прийти не можем. Это происходит следующим образом. Мы загружаем канистры в тузик, едем, заливаем, привозим, выливаем. Жалко, что ты не снимал.
залили полностью лодку дизеля. У нас получилось 250 литров бак, это то, что у нас внутри лодки. И еще где-то 340 литров в канистрах. Стоимость дизеля на Маврике чуть меньше $1, вернее $1 там без каких-то там пару центов. Нельзя сказать, что дешево, но когда я дизель заливал в лодку, видел, что он такой прозрачный, чистый, хотя бы будем надеяться, что он хорошего качества. Поэтому сейчас мы уже еще и заправлены, и мы готовы к выходу, ждем только тайд. Всем привет, с вами Диана, и сегодня я снимаю маленький видосик для папиного канала. Еду набирать воду на тузике. Видите, девочка за рулем. Вот, сейчас я вам покажу, как, собственно, тут все это работает. Мне говорят, сам пирс. Сейчас я к нему подъеду, пришвартуюсь. Потом схожу в яхт-клуб, наберу водички. Ну да, вот так вот это и сделаю. Интересно. У меня есть ключ. Теперь я могу собрать водички чуть-чуть. И ехать домой продолжать стирку, потому что дела. Яхтенная жизнь. Я сначала добыла ключ, все открыла, все сделала. Потом оказалось, что там нет шланга. Я ходила по этому пирсу 3 раза, искала этот шланг долбанный, куда его, блин, засунуть. Мне дали новый. И в итоге оказалось, что вот тут вот написано дизель, а вот тут за дизелем водичка. Но это очень сбивающе, потому что я не могла найти, куда мне его втыкнуть. Так что вот, мои приключения продолжаются. Мы сейчас немножечко застряли в Гранд Бэй, то есть мы уже полностью готовы, продукты купили, все купили, но мы не можем отсюда выйти. Я сейчас покажу почему. Как я уже показывал, вот там находится выход с бухты. Он для нас мелкий, он 2,4 метра, что-то такое, может быть даже 2,3. Когда мы сюда заходили, был тайд 0,6 метра плюс. И мы зашли, до дна было где-то 20 сантиметров. То есть, если у нас будет тайд 0,5, будет 10 сантиметров, 0,4, соответственно, это будет точка контакта. Так, вот, я сейчас покажу. Вот тайд как раз для этого места. Сейчас 0,2, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,2. Короче, выйти мы не можем. Мы здесь просто застряли. Итак, финальный чек-лист того, что мы должны проверить перед выходом в Кению. То есть первое, это пополнение спутникового интернета. Он у нас здесь не работает, то есть у нас есть Турая, но она так далеко за экватор не бьет, в Кении бьет, поэтому есть шанс, что по дороге интернет у нас появится. Ну нет, значит нет, не первый раз мы так ходим. Ну без связи, конечно, плохо, но ничего страшного. Итак, поехали дальше. По лодке. Двигатель проверено. Автопилот проверено. Паруса. Практически все здесь, кроме генакера. Генакер нам привезли в кафе, его нужно забрать, его нам починили. Так, якорная лебедка есть. Боутрастер есть. Дно не чищено, шкрябать не буду. Очень холодно, купаться в холодной воде не люблю. Так, поехали дальше. Электрика. Батареи, солнечные панели, потребление. С этим у нас есть проблема. Одна солнечная панель не работает. Почему она не работает, я не знаю. И здесь я ее чинить не буду. Уже буду чинить в Кении. Придем на 3 батареях, ничего страшного. Water Consumption Sensor. Он у нас не калиброван, но в принципе дает нам понимание того, сколько воды мы расходуем. Это есть. Вода и топливо. Топливо есть. Воду нужно будет проверить, уже просто залить перед выходом, но это уже такое. Ну и, в принципе, из этого всего списка, наверное, все. То есть, в принципе, по мелочам, если не считать некоторых позиций, то мы готовы к выходу.
сейчас пришли в Порт-Луис, опять на пирс. Мы сейчас будем делать чекаут. Как здесь выглядит, я уже показывал. Такой вот пирс, возле которого происходят все оформления. Мы прошли иммиграцию, нам поставили вот такой штампик. Причем он еще отшибся себе замечательно в дате. Поэтому у меня написано 8 число, хотя сегодня 9. Но он исправил, как исправляется это в документах. Зачеркивается, пишется дата, все. Вот, так как обычно, когда ты приезжаешь, иммиграция приезжает к тебе, то в данном случае мне пришлось идти в иммиграцию. Находится где-то минут 20 от порта, в общем, какая-то промышленная зона. В общем, ничего интересного. Вот такая вот история. Сейчас дальше идем оформляться в таможне и будем отходить. Итак, мы уже прошли иммиграцию, я уже показывал. Теперь мы прошли таможню. Таможня нам выдает вот такую вот бумажку. Здесь имя лодки, куда идем, и крюлист. Это все в одном листочке. Все, мы готовы, мы можем выходить. Подожди секундочку. Уходим из Порт-Луи, уходим с Маврикия. Дина там отвязывает веревочки. Ты самый элегантный яхтсмен. Я вообще ни хрена. Помочь тебе? Все. Да. Она порвала. Твои ощущения? Радостные. Самые радостные. Мы наконец-то валим. Дальше Кения. Дальше только лучше. Ой. Вот мы выходим из Маврикия. Впереди нас ждет 1400 миль. И Кения. Африка.